Калинда Грабар-Китарович побывала на матчах в Нижнем Новгороде, приехала и в Сочи. Перед игрой с Россией уже была в майке своей сборной. В нашем городе она не первый раз и всегда сравнивает его с городом детства. Я люблю Сочи. Он очень красивый, напоминает мне город Апатия, который находится на юге нашей страны. Он мне мил, потому что я родилась недалеко от него. И вот по духу Сочи мне напоминает этот город. Веселый, праздничный, гостеприимный. Сочи не первый раз принимает первых лиц государств. Глава города рассказал своей гости из Хорватии, как рождалась на глазах сочинцев Олимпиада 2014 года. Просто город. Ничего там не было. Ни лыжных трасс, ни отелей, ни дорог. И сделали вот такие макеты и сказали, вот так будет. Рассказала, как появился в центре Сочи музей олимпийской славы. Некоторые экспонаты, в частности олимпийского чемпиона по бобслею Алексея Воеводы, заинтересовали Калинду Грабар-Китарович. Тут же в музее фанаты балканских футболистов продемонстрировали музыкальную плюшевую игрушку, тоже в форме национальной команды. Это одна из песен болельщиков Хорватии. Он поет песню и поддерживает сборную. Это игрушка с пылающим сердцем. Уже на улице Новогинской президент Хорватии пообщалась с российскими болельщиками. Сочинцы активно делали с ней селфи. Калинда Грабар-Китарович сама с удовольствием фотографировалась на фоне символов зимней Олимпиады. В этот день на улицах Сочи было очень много болельщиков, как и начинающих футболистов. Для этих детей, может быть, именно матчи международного уровня, которые прошли в Сочи и еще в 10 городах России, станут стимулом и стартом для будущей спортивной карьеры. Тем более, что в Сочи для юных футболистов в наследство от Мундиаля достается 3 футбольных поля. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Привет из Санкт-Петербурга!